никаких бумаг и справок, только электронные анкеты. Процедура переписи одного человека занимает не более 3 минут. Участок в торговом центре «Новые Химки» работает с самого утра. Буквально за несколько часов сюда уже пришли десятки горожан. По нашему оргплану в городе где-то 280 511 человек. Наша задача – охватить всех людей, которые в городе, ну и плюс еще тех, кто, значит, наша задача переписи состоит в том, чтобы переписывать не только, кто прописан в городе, но и тех, кто временно живет в городе больше года, потому что они пользуются магазинами, детскими садами, дорогами, инфраструктуры города. На сегодняшний день в Химках работают 420 переписчиков. Открыты 77 переписных участков. Однако по статистике большинство горожан проходят перепись в режиме онлайн на сайте госуслуг. Специалисты такой выбор поддерживают и считают его оптимальным в условиях пандемии. До конца анкетирования остается чуть больше недели. Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября.